назад ДТП. По всей вероятности, водила уснул, пересек встречную и врезался в обочину. Передний мост, конечно, боюсь под замену. Так, предположение. Прошла машина ДПС в сторону Челябинска. Контроль за движением, как видим, осуществляется. Вот время самое опасное. В том плане, что тот, кто ехал всю ночь, в данный момент, сейчас, его может сильно тянуть в сон. Организм того требует. Хочет человек, не хочет, организм берет свое. Я сегодня не доспал немного. Посмотрим, если потянет сон, то остановлюсь. Минут на 30. Но до вечера пищу принимать не буду. Вчера взял хлеб, очень вкусный был, в уюте. За полчаса весь потом умял. Потом боролся немного со сном. Семь пятьдесят три. Что там такое? Затор небольшой. Вижу, стоит большой груз на аварийке. Это работает радар. Поворот на МИАФ, 2 километра до города.
это у нас дальше Златоуст, по-моему. Да, Златоуст. 45 километров. Садка или Садка. Как правильно, не знаю. 82 километра. Ну ладно, ты его говорил, чем у него один ползет, как всех держит нахуй. Уральские горы, перевал. Тормозов, вставай нахуй, и дело, нехуй нет. Полное стоять. Красиво. Уральские горы, перевал в полной своей красе. Сколько? 40 километров в час машина держит. Не загорается кого-то? 8.17. Ну, можно наблюдать, что тут снег еще лежит. Тает, но еще его достаточно много. Слегка закладывает уши при подъеме или при спуске. Дорога с интенсивным, с высокой интенсивностью движения. Ну понятно, все проснулись, двинулись. Вы можете наблюдать, что на обочине иногда стоят ребята, интенсивно размахивая руками в стороны. Это продают сети капроновые для браконьерской рыбалки. Так, появилась возможность обогнать. Со скоростью 40 километров в час на подъеме, ну это нагрузка и на двигатель, расход бензина. Дорога с переменной полосностью движения, то есть дает возможность обогнать. Блин. Этот блин дальнобойщик добрый. Сам мне проблем не дает. Ну что, немного вырвались из колонны. На подъем обычно две полосы. Одна полоса для обгона. На спуске наоборот. Это особенность многих перевалов, но не везде. Не везде. Где-то наоборот.
Сахалейность, задавлена дорога. Иду к пределу, машинка работает. Так, полотно дороги становится влажным, сырым. Кругом лежит снег. Восемь двадцать семь, поворот на Златоуст. Впереди у нас Садка. Чувствуется в салоне запах горелой резины. Подозреваю, что впереди идущие фуры. Восемь сорок девять время. Красивый пейзаж. Уральские горы, перевал. Все еще в снегу, деревья. Весна, по-моему, еще пока и не пахнет. Снег лежит кругом. Здорово, красиво. Березки, пинии. Такое ощущение, что они седые. Почему-то такая складывается ассоциация. Такое образное сравнение. Седые березки. Удалось вырваться из этого плена колонны, когда один собирает за собой огромный хвост. Ну, идет он груженный, видать, с большей скоростью не может. Понять его надо. 8.52. На аварийку встала легковушка, левое заднее колесо отвалилось.
Уральские горы. Перевал. Участок довольно-таки сложный. Рельефная местность. Подъемы, спуски. Повороты крутые. В ночное время или в темное время суток двигаться очень сложно. Если еще идет дождь или снег, то крайне сложно и опасно. Имейте это в виду. Уральские горы, перевал. Движение в сторону Уфы. Тут еще зима, снег кругом. Полотно дороги удовлетворительное. Проезжаем поворот в город Сатка. Как правильно произносить, я не знаю. Ударение на какой слог ставить. Поэтому говорю без ударения. Время 9:11, 9:12. Так, впереди Рязань, Ускотав. Почти в каждом регионе встречаю речку Черную, а то и две. По-моему, самое популярное название рек в России – это Черная. Интернета на перевале Уральские горы нет, поэтому Яндекс.Навигатор работает просто как обычный навигатор. По крайней мере, интернета нет от компании Теле2. Как там от компании от других компаний, не знаю. Но вот у меня Мегафон, Теле2, вот такая фигня, интернета нет. Хотя Теле2 продают по всей России. Где вот не был, везде видел продажу вот этих карточек, сим-карт. Продают везде, а связи, покрытие нифига. То есть на Урале, в Уральских горах на перевале Теле2 интернет не предоставляет. Заменил карту памяти и вынужден как можно быстрее стартовать. Хотя есть потребность в естественной нужде. Опасаюсь, что догонит эта колонна, еле плетущаяся, и потом опять ее обгонять. Все-таки правильно, наверное, говорить «Сатка», потому что сейчас по радио разговаривали водители, называли, ударение ставили на первую букву «Сатка». Впереди, там чуть подальше, наверное, километров через 100, есть город маленький или поселок городского типа.
Сопка, Сопка. Поселок Сим. Или город Сим. Вот там не ошибешься, там одна буква гласная. Достаточно много на перевале этих развалов, где продают сувениры. Там что еще? Самогонные аппараты. Ну, они по цене, самогонные аппараты, как и в интернет-магазине. Нахрена продавать вот такое? Если продаете, то продавайте подешевле. Тут же не дураки ездят, они прежде чем купить, наверное, интересуются и ценами в интернете. Много подделок из камня. Но как я разговаривал с двумя или с тремя продавцами, не помню, что эти самоцветы 90% это не уральские. Это все завезено из Китая. Ну, печально, конечно, но факт. Раньше я приобретал здесь какие-то вот поделки из камня, там, статуэтки, бусы, какие-то сережки, кольца. А когда мне сказали, что это поставки из Китая, я на это поставил крест. Значит, здесь продают также ножи производства Златоуста. Но цены, говорю, примерно такие же, как и в Москве. Может быть, единственное то, что подделок тут, может быть, меньше. Не знаю. Но ценовая политика такая. 9:10. Можете наблюдать, как встречный автомобиль пошел на обгон. Хотя у него одна полоса для движения, и обгон запрещен. Это потенциальный, не буду называть это слово. Уральские горы, перевал. Подъем, спуск. Временами закладывает уши. Снег лежит и на деревьях, и на земле. Весна сюда еще не пришла. Интернета нет, поэтому Яндекс.Навигатор работает как обычный навигатор. Доставляет услуги Теле2. То есть покрытия интернета здесь нет. Хотя я уже повторюсь, продажи услуг интернета Теле2 ведется по всей России. Не знаю, что будет дальше. Как только появится движение на перевале через Уральские горы, вполне сносное, если нету тихоходов. А тихоходы собирают за собой огромный хвост, заставляют нервничать водителей, идти на нарушение правил дорожного движения, совершать ДТП, провоцировать ДТП. Повторяю, пока тихоходов нету, движение вполне приемлемое. Сглазил, блин.
00.09.59, в этом промежутке еще один, я не знаю, как называть таких людей, пошел на обзор, мне пришлось остановиться. Можете наблюдать, к сожалению, видеорегистратор не может передать всю красоту панорамы. Горы, деревья в снегу, натурально как будто припорошены сединой. Очень красиво, очень. Ну, тут хвойные деревья в основном. Зеленые. С левой стороны, ну, вы не видите, шикарная панорама поселка, который находится там внизу, такая вот впадина, что ли. Маленькие крошечные дома, тоже все в снегу. Места, конечно, места красивейшие, слов нет. Спасибо. Я считал, впрочем, не буду об этом. Так, начинает накрапывать какая-то морось. По всей вероятности, это вот повышенная влажность, облака. Вот опять красивейшая картинка. Здесь нужна профессиональная фотоаппаратура, видеоаппаратура, чтобы заснять. На переднем плане зеленые хвойные деревья, а на втором плане на горизонте они же, но все белые, все в снегу. Просто путешествовать на автомобиле, вот, поехать по какому-то маршруту, найти красивое место. Красивых мест очень много, вот такие яркие картинки, впечатляющие. Тут, я говорю, можно, наверное, не на один час остановиться, чтобы рассмотреть все, насладиться картинкой. Тут, по-моему, достаточно много зон отдыха, имею в виду там типа курортов, что ли. Это в Урале рассказывать бесполезно. Особенно с моим знанием русского языка. Это нужно видеть. Это нужно видеть. С левой стороны дорога уходит в пропасть, так что там даже больше метровые сосны стоят. Виды просто фантастические. 10.08. Может, 10.07.
жить, конечно, в таких условиях сложновато. Но налюбоваться суровой красотой Урала вполне достаточно. Это только на трассе. Я уже не говорю, что дальше в тайгу. Не знаю, правильно я сказал или нет, в тайгу. Или просто в лес, в горы. Так, 10 минут, 10 секунд. Фура улетела. Ну, слава богу, вроде бы все живы. Останавливаемся на Челябинск. Моя слабость – это Кропачёва. Блин, как не заедешь, обязательно что-нибудь купишь. Кстати, рекомендую, кто отправляется в поездку, еще не приобрел радиостанцию, но можно здесь с ребятами посоветоваться, они подскажут бюджетный вариант, более дорогие модели, то есть тут без обмана. Можно поговорить сначала с теми, кто занимается ремонтом радиостанций, ну а потом уже и дешевле обойдется, ну и надежнее, скажем так. Они занимаются и ремонтом, и продажей, обновлением навигаторов, карт навигаторов. С компьютерами. Ну, в общем, по всем показателям я бы сказал, я бы советовал, прежде чем купить. Поселок городского типа или город Сим. Очень живописное, красивое место. Всегда останавливался здесь первые годы. О, блин. Пол дороги сделали, пол дороги нет. Ехал какой-то, ну, в прошлом году, весной, попал в такую пробищу, мама не горюй. Время 12:07. Проезжаем Сим, как раз подъезжаем к этому мосту, ремонтировали одну половину, то есть автомобили пускали по
одной половинки. Пробка растянулась, чтобы не соврать. Километра, наверное, на 30, на 40. И простоял в пробке 8 часов. Это было жутко, конечно. Поселок городского типа 7. Да, блин.
мне, когда таможенный союз, это, они же у нас, блядь, в Рудном открыли белорусы филиал, там где-то 60 машин, блядь, затащили они, нахуй. Там в Алмате, блядь, хули им же, дозволы-то, нахуй, эти казахские, блядь, все это, мало дозволов, а они же основной этот Европы тащат, нахуй, и вот они давай там, блядь, жрут с одной стороны, нахуй. Там, блядь, сколько возмущения было, что своим нахуй тут работы ебаны. А вы, блядь, говорит, Белоруссию пускаете, еще кого-то нахуй. Что, говорит, ебанулись, блядь, получается, сами себя, свою экономику давите нахуй, ебаны. Если местные вымрут, блядь, а кто работать-то будет нахуй? Кинули Челябинскую область, закончился перевал через Уральские горы, двигаемся по территории Башкортостана. Машина сама разгоняется. Спуск несколько километров. Если не изменяет память, почти сразу упираемся в Уфу. Теле-2. Рекламе. В рекламе пишут, что покрытие по всей России. Практика показывает, что это совсем не так. Москва 76, Челябинск, Камазик, канале. Да. Дружище, у тебя стяжки то ли подправили, маленько в профиля сверху катается вправо-влево на поворотах.
работал радарщик. Он меня обгонял. Много снега на полях лежит. Или тут ночью сегодня снег, или шел, бля. Нет, старый лежит, еще не растаял просто.
КАМАЗ стоит аккуратно.
Да, пожалуйста, я не подскажу вам. Давай, давай, пошел. Давай, придержу.
алейкум всем. Давай пока не пикаю.